держись. Васёк. Вась. Так, ну что, настало время собирать амуницию. Приехали с Васей в магазин. Паренек уснул. Пойду посмотрю, что там есть. И потом уже позову его. Ну и вас. Все. Значит, вот мы идем в магазин. Будем покупать снарягу. Так, привет. Ну что, мы завтра отправляемся в поход, правильно? Да. Да, что это будет за поход? Это будет учебный поход перед нашим походом в июле, 10-дневным. Ну, может быть, в Карелию. Да. Значит, мы собираемся в Карелию где-то на 10 дней. Мы еще не точно определились с местом, есть нюансы. Но перед тем, как пойти в любой большой длинный поход, вот мы решили отправиться в учебный поход. Мы завтра где будем ночевать? В палатке. Это твой первый раз? Да. Первый? Ну, в походе, да. Да. Потому что нужно понять, как, сколько мы сможем проходить в день. Ну, потому что я опытный такой турист, да, хожу в горы. А Вася идет первый раз, надо понять, сколько он сможет проходить в день, так, чтобы не переутомляться и, ну, ритмично идти. Еще раз, чуть-чуть ввожу дело, значит, смотрите, наша дистанция составляет 20 километров, наша задача пройти ее за 2 дня, то есть примерно по 10 километров в день, примерно посередине этого маршрута, но чуть ближе к нам, есть родник, мы хотим у этого родника заночевать, вот, и завтра уже добраться до Ласки, это нам позволит понять, какую дистанцию мы проходим и как, и понять, как мы, ну, насколько Вася хорошо переносит ночевку в палатке. Выбрали, наверное, неправильную тропу. Ну да, непонятно, как мы идем. В общем, мы пошли по тропам, по тропочкам, которые ближе к пляжу, и не понимаем, выведет ли она нас к роднику. Нам принципиально попасть на родник. Потому что я та дорога, которую я знаю, я вижу, что люди выше нас метров на 250. Не, наверное, вру, на 250 метров, на 100. Все вроде бы более-менее, но у нас практически закончилась вода, осталось 100 миллилитров. Пить хочется? Блин, пить хочется. Все, вода закончилась? Да. Вон, стол! Кто тут? Вот туда. Ага, вышли, да? Да. Вот мы дошли до Мегалаяла залива, такая вот серединная точка нашего сегодняшнего маршрута. Вась, ну как ты себя чувствуешь? Вот мы прошли где-то с тобой около 7 километров. Нормально чувствую себя. Уже примерно полтора часа не можем найти себе место под установку палатки. Такие места, где вот, ну, не поставишь, красивые, с видом на море, проснуться и видеть. Фактически весь Крымский берег было бы круто, но палатку не поставишь. Вот вроде обычный поход, тренировочный, ничего страшного. Я его проходил за 3,5 часа сам, ну, так, бега, можно сказать. Сейчас уже 2 часа идем, не можем найти место, где спать. Я уже начинаю реально переживать, где парня-то укладывать.
Вот наш лагерь. Так. Ну и готовим кушать. О, у нас уже еще чуть-чуть и будет закипать. Ну как тебе? Все, у нас первая ночевка в палатке. Собственно, ради этого мы сюда и пришли. Да, Вась? Да. Как тебе? Будильник завели. Все прекрасно. Вот. Страшилки на ночь. Так, вот, все. Наступило утро. Рассказывай, как тебе ночь в палатке? Очень прикольно, только вечер всю ночь не давал спать, и поэтому я в 5 часов проснулся. Да, ветер правда был прям такой. Сейчас 7 часов. Вот видно ветерок, мы даже приоделись. Ну а чего, как тебе, расскажи. Ну очень прикольно, а особенно в спальнике. Я никогда не спал в палатке, даже в нее не залазил никогда. Первый раз. Я. Ну вот. Это воспитание современное, гаджеты, социальные сети, мамы, ну не в моей семье, но в принципе мамы такие тоже создания, которые любят понюнькаться, и негде мужику вырасти мужиком, а вот костерок, дымок, палаточка, поход, отец, вот это мне кажется как-то правильно. Времена изменятся, неминуемо изменятся, и все вернется на круги своя, потому что мы остались теми же самыми людьми, которыми были всегда, и нам тут пытаются последние лет 50 петь разные песни про то, что жизнь стала другой, и общество, общественные отношения стали другими. Но я что-то в это не очень верю. Я же все-таки социолог. Вот, у нас дым пошел, пойду тушить, а то не нужен нам дым. Смотрите, куда мы дошли. Смотровая площадка «Затерянный мир». Почему «Затерянный мир»? Тут оружие, скорее всего, стоять. Да. Тут, я не знаю, я думаю, что тут, наверное, была база обороны, но посмотри просто, какая красота, Вась. Просто посмотри, видишь, весь Крым на ладони. Какой каньон. Да, вот вам и легкий тренировочный выход. Ночью нас помотылял ветер, очень сильно прям задувало, будь здоров. Я не спал, вставал, укреплял палатку. Дважды заканчивалась вода, потому что мы не очень много взяли емкостей для воды. Ну и плюс, как-то я не подрасчитал, что пацану первый раз будет сильно хотеться пить. Да и мне тоже на жаре. Вот, идем. Хорошо, что здесь возникают эти сложности, их потом можно будет отработать перед большим походом. Все, финишируем. Уже, наверное, слышите шум машин. Мы подходим к трассе. Сзади меня Васек. Вон он идет, прячется. Ну, как и положено ребенку. О, сколько нам осталось? 10 минут. 10 минут, и мы дома. Так, ну что ж, вернулись мы домой. Закончился наш поход. Как тебе это было? Очень круто. Я научился спать в палатке, разбивать палатку. Класс. Я думаю, нам еще надо сделать подготовительный поход уже с двумя ночевками. Да, мы с Васей на обратном пути шли, это обсуждали, что, наверное, еще раз не помешает. А, скажи, по дистанции сколько будем в среднем закладывать в день? 15 километров, потому что когда мы пришли спать уже в палатку, у меня еще были силы идти, и мы слишком поздно уже вышли. Стоп. Мы первый день прошли 11, второй день 9. Ты уверен насчет 15? Да. То есть мы пойдем в следующий раз 15 километров? Да. Ну, ты понимаешь, что мы это сейчас все записываем, и потом мы должны будем это показать. И ты прям готов пройти 15, чтобы мы это записали? Да. Круто, вопросов нет. Что больше всего понравилось в походе? Спать в палатке. Если твои друзья, сверстники пойдут в поход, что ты им посоветуешь? Брать с собой больше воды. Особенно летом. Да, воды нам действительно не хватало. Мучила жажда. Ну что ж, окей, все слышали сами. Подготовительный поход завершен, будет еще один, ну а потом уже основной. Все, давай, мочим пятюню.